Это случилось много лет назад. Но картины прошлого оживают перед моими глазами. Одной туманной зимней ночью руна смерти была похищена. И полубоги пали один за другим. Первым стал Годвин Золотой. Королева Марика была на грани. Начался раскол. Война, сеющая лишь мрак. Кольцо Элден было разбито. Но кем? И для чего? Ради чего полубоги вообще затеяли эту войну? Покоритель звезд, генерал Радан. И клинок Микелы, моление увечное. Два самых могущественных полубога сошлись в страшной битве. Но никто не вышел из нее победителем. С тех пор мы живем в изломанном мире, в ожидании повелителя Элдена. Но, может быть, ты взойдешь на трон.